Russian President Vladimir Putin on Saturday hailed his country's capital as an important hub for the development of drone technology, during a speech marking Moscow City Day. During his speech at the Zaryadye Concert Hall, Putin thanked the city's industrial employees, saying they had strengthened the country's security and technological sovereignty. Moscow has become the most important hub for the development of drone technologies and the largest manufacturer of critical medications, said Putin. The capital has made a bet on the development of innovative, environmentally friendly production facilities, the creation of new ones, and along with modernization of existing facilities has provided truly impressive results, he added. Putin called Moscow one of the best megalopolises in the world in terms of quality of life and opportunities. Together with Moscow Mayor Sergei Sobyanin, the president also took part in the opening of new city infrastructure facilities. Moscow City Day is a citywide holiday marked each year in September. Это город-герой и город-труженик. Москвичи всегда, особенно на самых сложных этапах истории, остро чувствовали свою ответственность за Родину. Совершали трудовые и ратные подвиги. Сберегали уникальные культурные ценности, показывали примеры мужества, стойкости и любви к Родине. Сегодня вместе с жителями всех российских регионов тысячи москвичей сражаются на передовой специальной военной операции. Столица поддерживает Донецк, Луганск, наши приграничные регионы. Это доступность обучения. В этом году, например, для прошлого года темп остается очень высоким. На сегодняшний день уже 20%. Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов. Полным ходом идет строительство передовых предприятий в сфере микроэлектроники и фотоники в других высокотехнологичных областях. Причем столица сделала ставку на развитие именно инновационных, экологически чистых производств. Создание новых, наряду с модернизацией действующих мощностей, обеспечило впечатляющие, в прямом смысле этого слова, впечатляющий результат. Он будет оборудован на самом передовом. Благодарю вас. Владимир Владимирович, как всегда, мы инновационный хаб, федеральный испытательный. Двое ряд объектов с вашим участием. Один для занятий спорта и для учебы, и чтобы студентов был... Кампуса университета МГТУ имени Баумана, общепринятого, Сергей Семенович, вашему решению о проведении параллельного проекта. В прошлом году вы принимали участие ряд... Соответственно, мы в рамках строительства почти... И вы можете видеть под нашими ногами не булыжники, а песок, что, в общем, было характерно для того времени, где происходит фирма, который называется... Привет.